Первый комбинированный марш мы совершили вместе с танкистами. Поезд без Москва доставил нас в Златоглавую к 7 утра. Затем на машинах мы приехали на парадную площадку 2-й мотострелковой дивизии. Кстати, именно здесь проходит подготовка к параду на 9 мая на Красной площади. Что, как здесь разместились? Все нормально у вас? Да. Танкисты руля. Хорошо, собираемся тогда. Через 5 минут построение на улице. Есть. Итак, первый день после долгого переезда мы попадаем в столовую. Конечно же, радует глаз и поднимается настроение. Сегодня у нас суп с фрикадельками, комбинированный гарнир. Это гречка и картошка, ну, котлета и, конечно же, компот. Сейчас мы все это попробуем. В современное время удивить трудно чем-либо, но постараемся учесть все пожелания, просьбы питающихся. Чай, кофе, то есть по два наименования, чтобы не задерживать людей. Допустим, утром кто-то любит молочный, там, допустим, молочный каш, ну, легкий такие завтрак. Кто-то любит тяжелый завтрак, там, котлеты, мясо, отбивную. Вот это мы все стараемся учитывать. С парадной площадки участники состязаний перебрались в первый гвардейский мотострелковый полк. Здесь они встретились с главным судьей соревнований. Он провел инструктаж по мерам безопасности и познакомил их с условиями выполнения упражнений. После этого здесь же участников ожидал небольшой сюрприз – концерт ансамбля «Песни и танцы» Восточного военного округа.